Тема проекта гранта – это организация проведения школы традиционной культуры «Наследники традиций». Камчатский центр народного творчества выиграет уже четвертый грант президента. Этот грант у нас нацелен на обучение и преемственность поколения. То есть Камчатский центр народного творчества, отдел сохранения и материального культурного наследия собрал в экспедициях очень много материала по традиционной нашей культуре. И этот материал находится у нас, и чтобы он не лежал, как говорится, мертвым грузом, а был востребован всему, наверное, народу России, потому что это очень интересная традиционная культура, культура коренных малочисленных народов Камчатки. И поэтому решили провести школу традиционной культуры, где мы сможем им показать всю красоту культуры коренных малочисленных народов.